здорово, на связи Шамшурин. И, значит, следующая новость. 27 мая 2016 года, хочется сказать, от Рождества Христова. 27 мая состоится, стартует онлайн-тренинг. То есть это тренинг, который будет проходить через специальную площадку в интернете для тех, кто первый раз, который называется «Цель и мотивация женщины». Значит, давай технические моменты. Тренинг будет продолжаться 2 недели. Это будет 6 занятий по 2 часа. Ты меня видишь, ты меня слышишь, ты можешь задавать вопросы в чате, я на них отвечаю. Соответственно, 27-е первое занятие, 30-е второе занятие и так далее. То есть занятия будут проходить в 8 часов вечера по Москве в 20:00. До этого мы проводили 2 масштабных онлайн-тренинга, помимо, наверное, уже почти 40 каких-то мелких онлайн-тренингов, которые прошли за последние 1.5-2 года. И, соответственно, это будет один из самых масштабных и уникальный в своем роде. Уникальный чем? Уникальный тем, что из 6 занятий 3 занятия будут посвящены не только женщинам, не только пикапу, не только знакомствам, соблазнению. Они будут посвящены личностному росту мужчины в целом. То есть там будут затронуты следующие темы, которые мне уже давным-давно хочется начать затрагивать и рассказать тебе какой-то собственный опыт, дать тебе какие-то практические рекомендации, упражнения, задания, которые ты будешь делать. Кстати, по поводу этих 2 недель графика через 2 дня на 3-й, соответственно, ты слушаешь, смотришь, записываешь следующие 2 дня вечерами, если ты работаешь, или днем, если это выходные, ты делаешь практические упражнения, которые выполнять обязательно. То есть, если ты готов к 100% выполнению того, что я тебе скажу, и к тому, что тебе придется выходить на улицу и что-то делать, то, естественно, я тебя жду на тренинге. Если ты просто решил, что пойдешь, послушаешь, и в твоей голове прибавится чуть больше теории, то, наверное, может быть, не стоит тратить время и деньги. Итак, соответственно, будут затронуты следующие темы. Знакомство, пикап, соблазнение, все, что здесь. Эту тему мы закроем. Ты будешь легко общаться с девушками, так же, как это делаю я или мои ученики на видео. Будет затронута тема самомотивации, постановки целей, самодисциплины, окружение, которое может так или иначе тянуть тебя вниз, твоих убеждений в голове, которые, опять же, очень важны, потому что если ты стараешься, крутишься, вертишься, не знаю, рвешь задницу, пытаешься заработать денег или выбраться из той действительности, реальности, в которой ты сейчас, но ты мыслишь негативно, или твои какие-то программы от родителей, от твоих предков настроены на непринятие там денег или чего-то еще, то, скорее всего, ничего не будет меняться, пока ты это не осознаешь, а и б, не проработаешь, и ц, не заменишь на позитивные установки. Какие-то такие вещи. То есть, соответственно, все, что необходимо для того, чтобы мужчина стал востребованным у женщин, чтобы он стал успешным, чтобы он стал зарабатывать, нравиться женщинам, чтобы он стал живым, потому что, как показывает практика, 70% населения России, СНГ вообще забили на свои цели, то есть у них этих целей просто нет. И, соответственно, они живут как на автопилоте, как по накатанной. Цели настолько измельчали, что у мужчин в каких-то городках мечта купить себе 6-й iPhone или что-то еще. Что за херня, ребят? То есть, и на самом деле, когда вы его покупаете, там, в конце концов, это, блядь, телефон мечты или что-то, вы понимаете, что дальше стремиться не к чему. То же самое, все это проецируется на женщин, потому что, когда вы мелко мыслите, вы не думаете, что какая-то красивая длинноногая блондинка или брюнетка может стать вашей. Вы смотрите на какую-нибудь такую средней паршивости девушку, думаете, ну вот, в принципе, это максимум из того, на что я способен, чего я достоин. Итак. Значит, смотри, стоимость участия 7000 рублей. Количество мест ограничено технической площадкой, поэтому поторопись, если ты принял решение об участии. Вместе со мной этот тренинг будут вести 2 очень крутых спикера. То есть это Антон Бритва, проект «Спарта». Если нужны подробности, смотри в интернете. Это очень жесткий парень, влияние которого на себе ощутил я, но в случае с ним у вас не будет шанса чего-то не сделать и где-то проебаться в плане выполнения заданий, потому что вам обязательно придется это делать. Плюс Макс Красочкин, не менее жесткий чувак, но прорабатывающий глубинные внутренние состояния, работающий с внутренней честностью и так далее. То есть эти люди в свое время очень сильно повлияли на меня, на мое мышление, на мою жизнь. То есть они поменяли мою жизнь так или иначе. Красочкин раньше, Бритва совсем недавно, но он меня очень сильно взбодрил. Итак, 27 мая. Онлайн-тренинг «Цели мотивации женщины», который будет проходить 6 занятий по 2 часа.
в интернете по московскому времени через 2 дня на 3. Количество мест ограничено, стоимость 7000 рублей. Все подробности и записаться ты можешь по ссылке, которую увидишь под этим видео. Надеюсь увидеть тебя 27-го. Счастливо, пока.